историю. Я не буду говорить про второе рождение и так далее. Я буду говорить о тех предприятиях, о трех, которые создали город Бирск. Буквально вчера в этом здании проходило торжественное собрание, на котором дана была оценка и городу, и нам с вами. Оценка в том, что губернатор поблагодарил и сказал, наконец-то появляется единство. И вы на самом деле, обратите внимание, вот на этой площади, которая в принципе когда-то была заложена прекрасная идея комплекса, но потом со временем мы ее потеряли. И мы с вами буквально за короткое время вместе ее восстановили. Восстановили, потому что работали вместе. Ту идеологию, о которой мы всегда говорим, вместе мы можем совершить любые чудеса. Поверьте мне, это так. А второе пожелать я хочу нам с вами. Вчера был спор, кто является спутником. Мы Новосибирску, либо Новосибирск нам. Так я хотел пожелать, чтобы все-таки, так сказать, как можно быстрее этот спор был разрешен. И я уверен в нашу пользу. Как сегодня пошутил мэр города Кольцово, что такое Новосибирск? Полуторамиллионный город, который развивается рядом с Бирском. С праздником! Я хочу вам пожелать тепла, уюта в доме, любви и взаимоуважения. С праздником! С днем рождения! Добрый день, дорогие жители!